Половина девятого вечера в Краснодаре, и как обычно в это время на телеканале «Кубань-24» через край. Меня зовут Григорий Шаманин. Здравствуйте. Несмотря на общий спад в отрасли, Краснодарский край остается в лидерах по строительству и вводу жилья. Но квартиры покупают не только для собственного проживания, еще и их рассматривают в качестве вложения, в качестве инвестиций, в качестве прибавления, наверное, собственных капиталов. Однако остается ли эта тенденция? Насколько выгодно сегодня вкладывать в личную или в жилую недвижимость? Об этом говорим сегодня. С удовольствием представлю сегодняшних гостей. Наталья Гульчевская, исполнительный директор строительной компании «Нефтестройиндустрия Юг». Здравствуйте. Добрый вечер. Мурат Псиунов, исполнительный директор департамента новостроек компании «Аякс Риэлт». Добрый вечер. Евгений Шумейко, президент «Законное жилье», общественная организация «Законное жилье» и руководитель выставки «Ярмарка жилья». Добрый вечер, Евгений Владимирович. И Андрей Шадрин, директор строительной компании «Ин-Сити». Андрей Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер. Уважаемые гости, спасибо за то, что нашли время и пришли сегодня к нам в студию. Напомню, что и вы, уважаемые телезрители, можете принимать активнейшее участие в нашей программе, если у вас есть вопросы касательно недвижимости, покупки, продажи, или, может быть, вам есть что сказать о собственной квартире, о том, как вы ее покупали. 271-274-11-14, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните нам, либо оставляйте комментарии в соцсетях. Самое интересное обязательно прочитаем в конце нашего эфира. Ну и кроме того, на сайте kuban24.tv работает голосование. Заходите и выразите свое мнение о том, мы сегодня вас спрашиваем о том, что для меня главное, чтобы жилье было, и дальше мы предлагаем вам продолжить эту фразу. Было комфортным, либо было дешевым, либо было в определенном районе, ну, либо просто было. Вот какой из этих вариантов ваш? Ставьте соответствующую отметочку, ну, а результаты подведем, как обычно, в завершении программы. Уважаемые гости, что же сегодня происходит на рынке недвижимости? Некоторые аналитики приводят такие данные, что ввод жилья в 2016 году сократился на 3% относительно 2015. Вот скажите, пожалуйста, уважаемые руководители строительных компаний, вы на своем бизнесе это почувствовали? Как-то рынок меняется, колеблется куда-то? И что тому причиной? Наталья Геннадьевна. Ну, что касается ввода жилья и что касается нашей компании, то у нас не изменилось ничего. Вы сколько вводили, столько и... Мы столько, и, может быть, даже где-то больше вводим, чем в прошлом году. Вот. Да, рынок стал немножко другим. Вот. Стали востребованы квартиры более меньшей площади, но они все равно востребованы, люди все равно покупают квартиры, как для себя, так и, соответственно, для инвестиционных вложений. Так что, если и рынок жилья немного просел, то не настолько много, чтобы мы на себя это как-то глобально почувствовали. Андрей Анатольевич, ну вот приводят данные о том, что во втором квартале планировалась сдача 1,5 миллионов квадратных метров, а стали только 500 тысяч. Как вы, как участник, активный участник рынка, как бы вы прокомментировали эти цифры, что чувствует ваша компания на рынке? Я бы сказал, что на самом деле продажи упали очень сильно, и рынок действительно просел. То, что некоторые застройщики немножко не рассчитали свои силы и не смогли привлечь тех дольщиков, которые должны были в том числе обеспечить окончание строительства, они не пришли, не смогли. И это привело к тому, что многие застройщики перенесли сроки сдачи в эксплуатацию объектов. Но не привлекли дольщиков, вы имеете в виду, не продали квартиры на этапе строительства? Конечно. На сегодняшний день сдать дом – это не такая большая проблема. Его нужно достроить и сдать, а вот продать – это тоже довольно-таки сложный вопрос. И если говорить о кризисе, то он коснулся больше продаж. Ну вот у нас есть информация относительно стоимости квартир. Мы посмотрели, каковы цены на первичном и вторичном рынке недвижимости Краснодара. Давайте посмотрим. Может быть, у нас здесь с вами будет либо комментарий, либо повод для дискуссии. Вот таков был график относительно годов. Да? Смотрите, как менялась цена. Самый пик приходится на ноябрь 2015 года, октябрь-ноябрь.
Потом некоторые колебания, но вот сейчас тоже 40 и 47 тысяч. Ну, 47 тысяч это вторичка, и средняя цена на новостройке 40 тысяч. Диктует ли все-таки клиент, диктует покупатель то, по каким ценам вы будете продавать, коллеги, им? Или все-таки у вас есть определенный порог? Ну, понятно, что он есть определенный порог, ниже которого вы спуститься не можете. Но вот как найти компромисс между желанием клиента, между желанием покупателя и, собственно, вложениями в строительство того или иного дома? Рынок диктует стоимость. И на сегодня в условиях тяжелой, так сказать, ситуации с продажами и наличием огромного количества строительных компаний, которые работают на этом рынке, конкуренция идет огромная. Все вы знаете, что материалы выросли довольно-таки серьезно в цене. Ну, то есть вы не можете опускать свои цены еще и потому, что вы зависите от стоимости строительных материалов? Конечно, конечно. Себестоимость строительства на сегодняшний день очень высока. И если раскладывать эту ситуацию на составляющие, то рентабельность практически на всем рынке, ну, минимальная, которая может быть. Поэтому ниже цены спускать уже практически невозможно. Можно, конечно, строить себе в убыток, но к чему это приведет, мы увидим через несколько лет. Кто-то не выдержит этой конкуренции и уйдет с рынка. Ну а разве сейчас не происходят эти процессы? Ну, на сегодняшний день еще хватает запасов у застройщиков для того, чтобы как-то продолжать строительство и вытягивать свои объекты. Однако та конкуренция, которая возникает рядом, и то количество застройщиков, которые существуют на рынке, они, конечно же, существенно избивают стоимость. То есть цена, сложившаяся на сегодняшний день в городе Краснодаре, она минимальная. То есть она не оптимальная? Нет. Это минимальный уровень из возможного? Это минимальный уровень из возможного. Евгений Владимирович, скажите, пожалуйста, как вы считаете, такое, ну, все-таки, на мой взгляд, вот как обывателя, колоссальное количество строящегося и Вадима, в том числе жилья, это развитие города, это только плюс или есть тут определенные подводные камни? Вы знаете, здесь очень есть, скажем так, в этой ситуации большие риски, да, то есть такой уровень конкуренции, он всегда может привести, скажем так, слишком серьезному демпингу строительными компаниями, которые, ну, скажем так, не запланировали свои какие-то финансовые расходы заранее, да, и, ну, соответственно, то есть это те компании, которые, да, держатся вот именно на привлечение финансов от дольщиков. Ну, скажем так, это из разряда не совсем честных компаний, назовем их так. Ну, здесь говорить однозначно невозможно, потому как в некоторых случаях это просто, ну, скажем так, единственный выход из сложившейся ситуации, когда кроме как низкой ценой привлечь покупателя нет возможности. Я вот больше, знаете, о чем, что я имел в виду, когда спрашивал вас развитие ли для города. Мы тут поговорили с руководителем компании, которая изучает развитие города, это урбанистический институт из Санкт-Петербурга, и у него немного другое мнение. Он говорит о том, что да, развитие города – это, безусловно, вклад в развитие города, но есть тут и достаточно большие не то чтобы риски, а последствия в части развития инфраструктурных моментов. Давайте вот послушаем мнение Антона Финогенова, после этого вернемся к разговору. Большая проблема одновременной возможности Краснодара – это объемы строящегося жилья. Они рекордны для страны. Наверное, только второй такой город есть – Тюмень. Почему это проблема? Потому что очень большая нагрузка на бюджет города, края, ввиду того, что социальную инфраструктуру, автодорожную сеть, магистральные инженерные сети должен строить бюджет. И исходя из этого, мы видим отставание. С одной стороны, жилье уже построено, а нормальной инфраструктуры нет.
Мурат, мы, конечно, к вопросу инфраструктуры еще вернемся, но скажите, пожалуйста, вот вы общаетесь, вы и ваши коллеги общаетесь непосредственно с клиентами, что называется, на первой линии этого фронта. Что говорят люди? Достаточно важно или там важно им транспортная доступность, наличие школ, садов, либо тут все-таки при принятии решения о покупке той или иной квартиры играют роль другие факторы? Здесь вот хотелось бы поправить, когда вы говорили о желаниях клиента, здесь, наверное, все-таки уже справедливо говорить о возможностях клиентов. И тогда они уже действительно упираются в экономику вопроса. Что касается предпочтений, то да, при выявлении первичных потребностей с клиентом общаясь, мы понимаем, что речь идет не о цене и не о квартире, квадратуре, речь идет и о его будущей жизни. Соответственно, необходимо понимать, где он будет работать, где он будет добираться, где будут ходить в школу и как будут ходить в школу его дети и так далее, и так далее. Инфраструктура, она находится на первом месте. И даже презентацию, начиная от какого-либо из объектов, агент презентует сначала инфраструктуру города. То есть сначала не объект продажи, нет, а ни в коем случае. Окружающие. Речь идет сначала об объекте, на карте города, куда он вписан. Затем уже речь идет о логистике и самой, как говорится, инфраструктуре жилого района, жилого комплекса. Вот, поэтому это первоочередная задача, действительно, люди хотят. Но соглашусь, наверное, с тем, что есть клиенты, которые более, наверное, изощрены или более, скажем, поставлены в затруднительное положение, которые действительно идут осознанно на то, чтобы жилой комплекс стоял первоначально сначала в полях. Они понимают, что инфраструктура рано или поздно там будет развиваться, но они готовы идти осознанно на какой-то дискомфорт. Ну, то есть они готовы ждать инфраструктуру, потому да, что дабы это сегодня ценник это цена тот, ниже. Который да, им подъемен. Да. Подскажите, пожалуйста, Наталья Геннадьевна, когда приходят покупатели в вашу компанию, им важно в поле или не в поле, в центре или не в центре? Спрашивают ли, есть ли школа, сад, больница? Что говорят? Какой срез? Нашим покупателям важно, где. Мы не строим. За ценой не стоят? Да, мы пока еще в полях не строим, и цены у нас достаточно адекватные. И, скажем там, к нам приходят еще потому, что у нас есть имя, и у нас есть запас финансовый, и мы никогда не начинаем ни одного объекта, не будучи уверенным, что нам хватит средств на то, чтобы его достроить и ввести в эксплуатацию. Это очень важно, это грамотное экономическое планирование предприятия. Тем более у нас предприятие полного цикла, как говорится, от «ай» до «я». А вот для клиентов очень важна сейчас безопасность. Потому что застройщик может один дом строить 5 лет, понимаете, и в итоге его никуда не ввести никогда. Безопасность вы имеете в виду уверенность в том, что достроить? Абсолютно верно. Его уже не только нужно построить, его нужно подключать к сетям коммунальным, которые в настоящее время очень дорого. Это минимум 35% от себестоимости объекта. Конечно, они спрашивают подъездные пути. Конечно, очень важно наличие подземного паркинга, чтобы люди могли на постоянное хранение оставлять машины. Да, детские сады, школы. Но, скажем так, в свое время мы заложили определенный запас прочности по земельным участкам, которые мы сейчас застраиваем. Это центр города, это фестивальный микрорайон, которые, в принципе, ну, имеют неплохую инфраструктуру. Нашим клиентам, да, это очень важно. Ну вот, наверное, в зависимости от многих факторов, в том числе и от цены, мы посмотрели, сколько стоят самые дешевые и самые дорогие квартиры в Краснодаре. Ну, забегая вперед, коллеги, могу вам сказать, что разброс, конечно, колоссальный. Разброс колоссальный, давайте сами посмотрим. Самую дешевую квартиру в Краснодаре можно купить всего за 500 000 рублей. Во столько покупателям обойдется студия общей площадью 21 квадратный метр. На втором месте такая же квартира в этом же районе, однако стоит она на 100 тысяч рублей больше. Закрывая топ-10 дешевых квартир, 25-метровая студия стоимостью 875 тысяч рублей. Для сравнения был составлен и рейтинг самых дорогих квартир в Краснодаре. Первое место заняли апартаменты площадью более 400 квадратных метров. Это 7 комнат, и обойдутся покупателю они в 49 миллионов рублей. За 4 комнаты с полами из экзотических пород дерева продавцы просят 36 миллионов. Чуть дешевле обойдется 4-комнатная квартира с индивидуальным дизайн-проектом. Замыкает пятерку полностью меблированная 7-комнатная квартира за 23 миллиона рублей. Как отмечают эксперты, за такие деньги можно приобрести виллу в Испании, Италии или Швейцарии. За такую же сумму в Европе можно купить пентхаус. —
Ну вот от 500 тысяч до 30 миллионов рублей. Если отбросить все вещи, как дорогая мебель, напольное покрытие и все остальное, наверное, да, это цена снизится, но не кратно. А из чего в принципе? Вот вы уже сказали, что 30% это подключение к сетям. Да. Понятно, что есть еще и стоимость самой земли. В принципе, из чего складывается, если по основным пунктам, из чего складывается стоимость квартиры? Она ведь составляющие, что в квартире за 500 тысяч, что в квартире там за 10 миллионов, составляющие, наверное, одни и те же. Просто все зависит от их величины, да? Ну, наверное, не от величины. На самом деле, земельные участки, их же никто бесплатно не дает. То есть застройщик покупает их за очень большие деньги, особенно если они в центре города. Конечно, это коммуникации, как я уже сказала. Потом строительно-монтажные работы, что включает в себя, соответственно, материалы, зарплату, налоги и так далее и тому подобное. А если застройщика еще нагрузили каким-то социальным объектом, соответственно, это все ложится на стоимость квадратного метра. Андрей Анатольевич, а могут ли сегодня, а может быть уже и уже делают, заставляют ли застройщиков строить еще и объекты, как-то раньше называли, соцкультбыта? Заставлять нас никто не заставляет. Все сугубо добровольно. Да, но на сегодняшний день практически многие застройщики пришли к тому, что это уже необходимость. Потому что наличие детского сада в непосредственной близости возле вашего объекта поднимает стоимость квадратного метра. Наличие школы еще его поднимает немножко. И таким образом, предлагая людям комплексную застройку, в том числе с соцобъектами, да, мы говорим, вот приходите к нам и живите в нашем микрорайоне спокойно и счастливо. Ваши дети родятся, пойдут в детский сад, потом пойдут в школу. Все есть. При наличии небольшого участка коммерческой площади, которая позволяет получать все услуги в шаговой доступности от жилья, в таких районах удобно проживать. Ну, естественно, все застройщики смотрят на это и обращают внимание на стоимость. У нас есть примеры застройщиков, которые комплексно подходят к этому моменту и застраивают, уже на сегодняшний день строят и детские сады. Я знаю, что в городе уже приступили несколько школ, начинают закладывать, по крайней мере, сейчас идут проектирования. Но это вот все, что вы перечисляете, это тоже, так как это сказывается на жилом комплексе, на каждой квартире, это все можно внести в понятие качественного жилья, да? Можно? Конечно, конечно. А вот если провести некий, срез в целом, вот взять Краснодар, мы понимаем, сколько строят, где строят. В принципе, качественное жилье сегодня строят в Краснодаре. Я даже не говорю сейчас о материале стен, да, или чем-то еще. Вот вы можете сказать, что в Краснодаре строят качественное жилье в полном понимании этого слова? Ну, я за всех не могу это сказать. Ну, я имею в виду в целом по рынку, если, как активный участник. Частных застройщиков, как была приведена в срезе квартира за 500 тысяч рублей, то ждать оттуда какого-то качества не то, что глупо, я бы сказал, практически невозможно. Ну, а вот что... то, что дороже, уже можно отнести к этому. Да, конечно. Ну, привели крайности за элитные там квартиры стоимости. Мы не будем брать 20-25 да. миллионов. И средняя стоимость однокомнатной квартиры, начиная от 1 200 000 и до 1 600 000. Вот в этом уже можно быть уверенным, да? Это нормальная квартира. Давайте ответим на звонок телезрителя. У нас есть такой на связи. Алло, добрый вечер. Да, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Добрый. Да, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Значит, у нас строительство, северные мосты. Стройка заморожена на 6-м этаже. И мы брали в ипотеку эту квартиру однокомнатную. И у нас сейчас материнский капитал. Есть ли возможность как бы его вложить, эти деньги, в эту стройку, если она сейчас заморожена и полгода уже там строительство не ведется на уровне 6-го этажа? Евгений Владимирович, как вы считаете, вот как быть конкретно? А есть ли смысл вкладывать? Вот, да, вопрос у меня, зачем? Стройка заморожена, неизвестно, когда будет дом достроен.
А вы хотите отнести туда материнский капитал? Но туда же уже какие-то деньги вложили. Да, имеется в виду, что они взяли ипотеку, и теперь они ее гасят собственными средствами, не получив еще жилье. Соответственно, хоть как-то уменьшить, наверное, ипотечный платеж, они хотят вот погасить. Но я думаю, что здесь нужно... Вообще, возможность такая есть... материнским капиталом погасить ипотечный займ. Ну, здесь нужно детально просто рассматривать, какую ситуацию, как на какой стадии вообще застройщик не вступил ли он там в стадию банкротства. Сколько лет ребенку? Ну, то есть это, если есть необходимость, можно обратиться к специалистам, допустим, нашей организации, подробно расскажут юристы. Рассмотрят документы, посмотрят, что как, и непосредственно с этим объектом разберемся. А вот все-таки много в Краснодаре таких объектов наподобие вот этого, где люди сейчас, мягко говоря, страдают? Замороженные стройки? Ну да. Да нет, я бы не сказала, что их прям очень много. Есть, наверное, где немножко замедлилось строительство, вот, перенос сроков до сдачи, да, в эксплуатацию ввода. Вот. Но так, чтобы прям какого-то повального, там, скажем, заморозки или приостановки строительных объектов, такого нет. Мурат, подскажите, пожалуйста, а как вы считаете, вы же наверняка, наблюдая за тем, как развивается рынок, вы предполагаете, к чему он придет через 5-10-20 лет? Как вы считаете, каковы сейчас тенденции и как рынок недвижимости будет меняться в каком-то обозримом будущем? На 5-10 лет не берусь судить, но то, что сейчас происходит, тенденции таковы, что застройщиков объединения будут укрупняться, маленькие, скажем так, мелкие или средние строительные компании будут вынуждены выйти с рынка, тем, у кого хватит, скажем так, каких-то коммуникативных навыков, они объединятся, соответственно, и проектов будет выходить меньше. Если будет проекта выходить меньше, спрос будет оставаться на том же уровне, я думаю, что цена квадратного метра начнет вырастать. И не без того, что действительно социальная нагрузка будет включена в комплексы к строителям. Поэтому я думаю, все это будет вытекать именно в квадратных метрах стоимости жилья. А как будет развиваться загородная недвижимость? Либо, что, наверное, в Краснодаре тоже достаточно актуально ввиду там, архитектурных особенностей, частное домовладение? Ну, насчет термина «загородная недвижимость» здесь вопрос терминологии. Если это в больших городах загородная недвижимость действительно означает загородную, то у нас город, он как бы в принципе частным сектором полностью положен. Ну да, поэтому здесь любой частный дом, он у нас в это сюда входит. А что касается малоэтажной, среднеэтажной застройки, то почти у многих строительных компаний мы сейчас наблюдаем такую тенденцию появления таких проектов малоэтажных, среднеэтажных. То есть те же поля Кирилло-Росинского и так далее, там появляются у крупных строительных компаний трехэтажные, двухэтажные, коттеджные поселки и так далее. Потому что в город едут клиенты, не все, которые видят своей мечтой жить в многоквартирном доме, в большом жилом комплексе. Некоторые действительно хотят оставаться на земле. Тот же коттеджный поселок, если, в принципе, это где-то в 10 километрах от Краснодара, в этой черте, в радиусе, то, в принципе, за 3,5-5 миллионов можно купить соразмеримые там 100-130 квадратов плюс 2-3 сотки земли, где будет свое еще парковочное место внутри двора. То есть есть люди, которые и туда смотрят. Но ведь, если смотреть с точки зрения пользователя, да, с точки зрения там, потенциального покупателя, ведь удаление на те же самые 10-15 километров от города, это ну, плюс час, а то и полтора-два к дороге до центра. Не соглашусь, есть с того же хутора Ленина, ребята попадают в центр не так уж долго. Все зависит от начальной точки, откуда люди приезжают. Есть люди приезжают, которым час добираться из области было в их город, это было нормой. И поэтому жить где-нибудь в хуторе Ленина или там в Знаменском, это для них совсем недалеко и там за Красной площадью. Это считается нормально. Тем более местные жители действительно избалованы, живя в частных домовладениях внутри города. В больших городах понимание, что в частный дом он должен быть где-то за городом. Где-то есть МКАД, кольцо, за которым начинается вся эта малоэтажная застройка. Поэтому... Рынок недвижимости развивается, иногда, может быть, больше развивается по законам экономическим, а не законам желания клиента, на то есть, естественно, свои причины. В следующей части программы мы поговорим о безопасности на этапе подбора и покупки жилья, а также поговорим о страховании. Не переключайтесь. В системе.
Выгодно ли сегодня инвестировать в жилую недвижимость? Об этом говорим мы сегодня в студии. И к нашему разговору присоединились новые гости. Раз приветствовать Светлану Лесникову, заместителя директора федеральной риэлторской компании «Этажи». Светлана Анатольевна, добрый вечер. Добрый вечер. И еще у нас присоединился Роман Яблочков. Это заместитель генерального директора страхового общества «Верно». Роман Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, покупка жилья – это всегда такой шаг, да, который сопровождается достаточно серьезными денежными суммами. Это даже речь не о сотнях тысяч рублей. Евгений Владимирович, скажите, пожалуйста, как человеку обезопасить себя, сделать правильный выбор? Что ему нужно знать? На что обратить внимание? Ну, для того, чтобы, как вот в прошлой части нашей телезрительница была, да, избежать таких ситуаций? Во-первых, нужно не спешить с покупкой, прежде всего. Все-таки не хлеб покупается. Да, все-таки не хлеб, и все-таки завтра нельзя прийти, поменять там и передумать. То есть необходимо ознакомиться полностью со всем пакетом документов застройщика. То есть посмотреть проектную декларацию, опубликованную обязательно на официальном сайте, посмотреть разрешение на строительство, выданное на эту строительную компанию, которая возводит объект недвижимости, посмотреть документ на право собственности либо аренду земельного участка, оформленную на данную строительную компанию. Ну, естественно, познакомиться с договором долевого участия, если это строительство ведется в рамках 214 федерального закона. Здесь нужно уже более внимательно с этим документом ознакомливаться, ввиду того, что он должен соответствовать четко самому непосредственно закону. Вот, поэтому это вот основные, наверное, документы, которые необходимо посмотреть и уже непосредственно. И у каждого застройщика они должны быть в открытом доступе и предъявлены обязательно на официальном сайте. Да. Познакомиться с историей компании, возводили они что-то, не возводили. Приехать непосредственно на объект строительства. Попросить, может быть, контакты тех людей, которые уже стали участниками долевого строительства данного объекта, пообщаться с ними, да, как давно они стали участниками. Были ли переносы срока по вводу объекта в эксплуатацию, либо там какая-то приостановка в строительстве и так далее. То есть, ну, это такие нюансы, когда ты понимаешь, что лучше лишний раз все предусмотреть, нежели потом плохо спать, да, и переживать за собственные финансы. Но вот обо всех объектах недвижимости, я думаю, можно будет как раз поговорить на ярмарке жилья, которая в конце этой недели будет. Обязательно. Не упустите этого шанса. Мурат, подскажите, пожалуйста, а вы знаете, сколько в Краснодаре работает риэлторских компаний? Точную цифру не могу назвать, но знаю, что достаточно много. А мы вам можем сказать. Давайте, коллеги, покажем цифру, сколько в Краснодаре работает риэлторских компаний. Вот долго считается. 480 риэлторских компаний. Ну, или тех, кто называет себя риэлторами. Но согласитесь, есть и такие. Все дело терминологии. Скажите, пожалуйста, Мурат, а вот когда человек приходит не в строительную компанию напрямую, да, а приходит, например, вот в крупную, зарекомендовавшую себя строительную риэлторскую компанию, да, вот там чем вы можете помочь в плане безопасности на этапе покупки? Ну, говоря языком риск-менеджмента, мы можем минимизировать те риски, потому что исключить риски не может никто, недострой и так далее. Все мы проходили 2008 год, и тогда, грубо говоря, именитые и с большим, скажем так, послужным списком жилых комплексов возведенных останавливались компании. И тут мы ничем не сможем помочь, если это будет остановлено. Но мы можем минимизировать, потому что все то, что Евгения говорила выше, это действительно необходимо делать перед тем, как начать приступить, как говорится, к покупке. Но можно все это делать сократить. А у вас по каждому объекту есть такие же? Именно. Да, поэтому я, в принципе, как бы придерживаюсь к тому, что каждый должен заниматься своим делом, и если я что-то, скажем так, обращаюсь к каким-то сторонним компаниям, то я обращаюсь к профессионалам, поэтому стоит обратиться в одну из крупных риэлторских компаний, где, в принципе, минимизируют ваши риски, и там уже будут, и ознакомят вас со строительной компанией, и с ее именем, и с тем, что она была построила, и более того, за его бизнес-репутацию. Это очень важно, нужно понимать, как в среде профессионального сообщества, как позиционируется данный застройщик, что он построил, как он построил, вовремя ли ввел, какая манера у него общения с дольщиками. Все это, скажем так, одного-двух дней дело не пройдет, потому что клиенты, как правило, бывают, приезжают, и у них достаточно сжатый период покупки квартиры. И вот тут можно действительно из-за того, что в угоду времени, сокращению сроков, можно действительно что-то не досмотреть.
И мы тут приходим, как говорится, на помощь вместе с нашими коллегами о том, чтобы открыть глаза на то, что закрыто и так далее. Как бы там мы ни хотели, наши застройщики, они действительно хорошо говорят и говорят о себе, скажем так, в таком контексте, как говорится, положительном. Наш же клиент ставит задачу. Нет, даже дело не в правде. Просто наш клиент хочет посмотреть со всех углов и подвергнуть критике со всех сторон данный жилой комплекс. И если уже при помощи нас данный объект будет, скажем так, выставить все эти критические подходы, то это действительно объект будет стоить того, чтобы приобретать его. 274-11-14, телефон прямого эфира. У нас есть звонок. Алло, добрый вечер. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Я бы хотел узнать, вот смотрите, я приобретал квартиру также вот по 214 закону у застройщика, но мне уже переносят сроки более чем на полгода. Вопрос вот в том, что делать? Нет, вопрос в том, что мне при оформлении документов по 214 ФЗ также выдали страховку. С какого момента действует эта страховка и как максимально застройщик может переносить сроки по сдаче объекта в эксплуатацию? Роман Владимирович, вы нам можете прокомментировать? Ну, я так понимаю, что речь идет о договоре страхования ответственности застройщика по исполнению обязательств по договору участия в долевом строительстве. Согласно положению 214 ФЗ, данный договор страхования должен действовать с момента государственной регистрации договора участия в долевом строительстве до срока, обозначенного в договоре участия в долевом строительстве, как срок передачи объекта строительства дольщику. Это, ну, так называемый период страхования. Ну, в смысле, вы не считаете, когда квартира, собственно, будет передана уже непосредственно покупателю? Ну вот, да, срок, дольщику, да. При этом страховыми случаями по таким договорам, как правило, являются либо обращение взыскания на объект строительства, ну, квартиру в данном случае, либо вынесение судебного решения о признании застройщика банкротом. И первым, и во втором случае эти ситуации должны быть подтверждены вступившим в законную силу решением суда. В отношении количества сроков переноса передачи объекту участнику долевого строительства, ну, эти вещи договором страхования никаким образом не регламентируются. Ну, я так понимаю из опыта, что в любом случае застройщик должен предложить дольщику подписать некое дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве. И дальше выбор у каждого конкретного дольщика, ну, как бы либо его подписывать, либо обратиться к застройщику с целью получить внесенные денежные средства обратно. Но в таком случае договор страхования распространяется или там действует до того момента, пока квартира по факту не будет передана, ну, либо... Договор страхования заключается на конечный срок. Дата его окончания обозначается как дата, указанная в договоре долевого участия, как дата передачи объекта дольщику. При этом названные мной страховые случаи могут наступить еще в течение 2 лет после окончания наступления этой даты, даты передачи объекта дольщику. А чего еще может застраховаться дольщик при вот такому долевом участии в строительстве? Ну, при этом надо понимать, что здесь страхователем по договору выступает не дольщик, а застройщик. И эта обязанность на застройщика возложена в силу положения все того же там 214 ФЗ. Без наличия такого договора страхования органы Росреестра не зарегистрируют договор участия в долевом строительстве. Это является наличие и оплата застройщикам этого договора обязательными условиями регистрации договора долевого участия в органах Росреестра. Если говорить о дольщике, то до момента подписания акта приема передачи объекта недвижимости к себе в собственность, ну, риски обычного имущественного договора, ну, такие как, не знаю, там, пожар, стихийные бедствия, они не будут лежать, их не будет нести дольщик. Их будет в любом случае нести либо застройщик, либо генеральный подрядчик, который выполняет строительные работы непосредственно на этом объекте. Ну, а с точки зрения безопасности все-таки... Я оставлю в этом вопросе. С точки зрения безопасности дольщика, что он может застраховать, какую ответственность он может застраховать, пока вот он еще находится на этапе, пока квартира строится? Как таковой ответственности у дольщика
по договору участия в долевом строительстве не возникает. Хорошо, страховать он пока исполнил пока свои обязательства по договору долевого участия, оплатив стоимость объекта недвижимости. Это обязанность у застройщика. После подписания акта прямо передачи. Когда уже будет его собственность. Это его собственность. Вот тогда он может застраховать, конечно, и обезопасить себя. Вот о том, что он сможет застраховать потом, мы с вами поговорим чуть позже. Пока же я хотел спросить у Светланы. Светлана, скажи, пожалуйста, вы наверняка тоже как представитель компании, активно работающей на рынке, в курсе, что сейчас есть законопроект, который будет регулировать работу риэлторских компаний. Вот как вы сами к нему относитесь? Ну, на самом деле, конечно, положительно. Это Почему? Даст возможность людям в первую очередь обезопасить себя при покупке или продаже недвижимости. Да? Прежде чем выбирать риэлторскую компанию, нужно оценить, входит ли она в Кубанскую палату недвижимости. Это самое главное. Да? Если вы нашли в палате недвижимости название этой компании, то обязательно нужно связаться с этой компанией и уточнить, работает ли в данной компании этот риэлтор. И ну, любая компания, там есть у нее там телефон горячей линии, либо сайт, на котором есть все сотрудники, и, соответственно, подтвердить, что реально сотрудник является, ну, в серьезной компании работает, и его сделка пройдет все этапы безопасности, которые есть в регламенте компаний серьезных. Плюс это также обезопасит от, скажем так, неофициальных риэлторов, которые могут привести клиента к серьезным последствиям, потому что мы не можем знать и гарантировать, что неофициальные риэлторы своевременно и качественно проверяют объекты недвижимости, а также покупателей и продавцов. Ну вот про тех самых не совсем риэлторов, назову их так, мы говорили в том числе сегодня и с Дмитрием Щегельским, это председатель правления Национальной палаты недвижимости из Санкт-Петербурга. Давайте послушаем его комментарии относительно этого законопроекта. Данный закон должен в первую очередь упорядочить тот хаос, который творится на рынке предоставления услуг в сфере недвижимости, и вывести из тени огромное количество физических лиц, которые предоставляют эти услуги клиентам. Соответственно, что значит вывести из тени? Это значит, что эти люди должны будут проходить обучение, они должны будут быть членами саморегулируемого объединения, они должны будут страховать свою ответственность. Ну и, соответственно, это должно повысить гарантии для клиента, в первую очередь в части качества предоставления предоставляемых услуг. Ну и, соответственно, далее второй пункт, очень важный данного законопроекта, это упорядочить информационную составляющую на рынке недвижимости. То есть предполагается, что информацию об объектах недвижимости смогут выставлять только либо агентства по недвижимости, у которых есть соответствующий договор на предоставление услуг, либо сами собственники. И тем самым задача будет ограничить деятельность так называемых информационных агентств, по факту которые являются мошенниками, которые выставляют огромное количество информации. Ну вот как вы считаете, получится ли на деле-то реализовать вот этот механизм, что подавать информацию о том или ином там, продаваемом или сдаваемом объекте недвижимости сможет только либо сертифицированная компания, либо, собственно, сам собственник? Вот, если честно, мне как-то все это кажется немножко сомнительным. Вы знаете, каждое изменение в нашей стране не происходит для людей болезненно. Но в то же время, когда есть определенные, скажем так, интересы клиентов, я думаю, все-таки они подойдут к этому более ответственно. И хотела бы добавить, что наша федеральная компания, она предоставляет единственное, наверное, в России, это гарантию безопасности сделок. Мы также застраховали это какая свои сделки. Так, страхование. Да, вас, да? Страхование сделок. То есть все сделки, которые проходят в нашей компании, они застрахованы. От чего? От каких рисков? Риски здесь заложены, да, это судебные какие-то моменты. Если происходит после сделки, допустим, появляются у нас какие-то наследники, которые явились, скажем так, негаданно, нежданно с других регионов, или возможно, это были осужденные люди, которые вышли
и предъявляют права на квартиру, которая была продана другим людям. Вот в этом случае наша компания возвращает покупателю денежные средства и проводит судебные уже разбирательства, самостоятельно берет на себя эту всю работу. Роман Владимирович, ну а ваше страховое общество вот таких рисков может застраховать? Ну, насколько я понимаю, речь идет о так называемом титульном страховании, о страховании рисков потери права собственности. Угу. Наша страховая компания в том числе осуществляет это страхование. Но здесь хочется отметить, если коллеги на рынке это делают в добровольном порядке, то, как правило, эти требования выставляют банки при приобретении объектов недвижимости в ипотеку. Это вот самый распространенный случай титульного страхования. Хорошо. А если вот уже рассматривать ситуацию, что человек все является собственником квартиры, будь то он там купил в ипотеку, не в ипотеку, от каких рисков в принципе он может застраховать свое жилье? Ну, здесь прежде всего хотелось бы сказать, что, как правило, все страховые компании и страховое общество «Верно» в том числе предлагает целую там линейку так называемых коробочных продуктов. Это продукты, которые предполагают выбор клиентам одного из вариантов со стандартным набором рисков. Это, как правило, там пожар, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц, ну и, наверное, залив, да, там вследствие проникновения воды из соседних помещений. И выбор у страхователя, за страхователем выбор за нашим клиентом, только в размере страховой суммы. Такие страховые продукты, они, как правило, там стоят, ну, по крайней мере, в страховом обществе «Верно», скажем так, от 500 рублей до 3000 рублей. А много вообще страхуется сейчас? Ну, достаточно много, потому что надо отметить, что вот страховая культура и вообще проникновение института страхования, оно еще недостаточно, но с каждым годом все больше и больше набирает популярность институт страхования в целях там обеспечения своих имущественных интересов. Да. И другой как бы спектр страховых продуктов – это так называемые классические продукты, которые подразумевают выбор клиентам неких индивидуальных условий, как начиная от перечня рисков, и так и объектов страхования. Здесь могут быть, не знаю, там основные конструктивные элементы квартиры, ее отделка, предметы домашнего обихода, одежда и прочее. Ну, эти заключение такого договора требует, скажем, более длительной процедуры, предусматривает и, скажем, более живого и непосредственного участия нашего клиента в определении условий заключения договора страхования. У нас есть телефонный звонок. Давайте ответим на вопрос телезрителя. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Я к исполнителю, в основном директора риэлторов, такой вопрос. Наши краснодарские риэлторы по недвижимости берут 3% за продажу и за покупку. Правильно ли это? И плюс еще нужно платить с той и с другой стороны юристу. Спасибо за вопрос. Каковы условия работы? Ну, давайте, наверное, так немножко обобщим. Да? Каковы условия работы риэлторских компаний? Ну, за всех не могу сказать. Могу сказать за нашу компанию. На самом деле у нас нет дополнительных никаких оплат за юр-услуги. Наша стоимость, ну, можно, да, рассказать, это 1% плюс 35 тысяч рублей от стоимости квартиры, да, и плюс дополнительно мы не берем юридические услуги. Если, допустим, это покупатель, мы не берем за услуги ипотечного брокериджа, если он оформляет сделку через нашу компанию, то есть пользуется под сбором недвижимости. И что касается продавцов, да, действительно, продавец у нас тоже платит 1% плюс 35 тысяч, и юр-услуги дополнительно ничего не оплачивает. То есть вот это вот, скажем так, прозрачность ценообразования в нашей компании, она абсолютно реальная. Вы можете ознакомиться также на сайте нашей стоимость наших услуг. Поэтому... Мурат, ну чтобы не сошли за рекламу, да, примерно так же работаете? Мой департамент новостроек работает так. Мы работаем от застройщика, от клиентов мы не берем ничего.
Тем более. Ну, по новостройкам у нас тоже бесплатно, поэтому в любом случае это речь идет о вторичном рынке загородной недвижимости. Далее, будем говорить об маркетинговых акциях со стороны строительных компаний и обсудим ипотечные программы уже чуть ближе. Не переключайтесь. Считаете ли вы, что вложение в недвижимость сегодня остается делом прибыльным? Об этом говорим мы сегодня, рассматриваем этот вопрос со всех сторон. И вам предлагаем активно участвовать в программе тоже. Можно это сделать по телефону 274 11 14, либо оставить комментарии в соцсетях. И, соответственно, в конце эфира в обязательном порядке самые из них интересные почитаем. Ну а в этой части программы мы будем говорить о маркетинге на строительном рынке и об ипотечных программах. Вот начать хотел бы с маркетинга. Одним из, кстати говоря, достаточно серьезных, ну, опять же, маркетинговых мероприятий, наверное, так это можно назвать, Евгения Владимировна, я бы отнес ярмарку жилья. Привлекает не только на мероприятия, а в целом на рынок недвижимости Краснодара. Может быть, откуда-то из других регионов, может быть, из районов края. Привлекает ваше мероприятие клиентов? Вы знаете, вот накануне сегодняшней передачи специально так получилось, вот для другой там необходимости, я сделала выгрузку по зарегистрированным билетам, которые у нас происходят в течение всей рекламной кампании до мероприятия. И что интересно, то настолько вот разнообразно количество регионов, приезжающих, из которых приезжают люди на мероприятия, что, ну, мы сами достаточно вот удивлены. То есть здесь и Ханты-Мансийск, и Хабаровск, и Владивосток, и Барнаул, и Новосибирск, и Омск, и Томск, то есть вот и Екатеринбург. Вот все города практически, да, вот крупные региональные центры, отовсюду едут люди. Восток идет на юг. Восток идет на юг, да. Ну, это связано еще и с тем, что у нас происходит в данных регионах, ну, большая рекламная кампания по поводу самого мероприятия. Ну и, естественно, как всегда, юг привлекает, и желающих очень много переехать, поэтому, ну, как бы наблюдается такая тенденция по приезду непосредственно на мероприятие. Для телезрителей я скажу, что к нашей беседе присоединились новые участники. Виталий Ефименко, заместитель управляющего филиалом Южный по розничному бизнесу ПАО «Банк Уралси». Виталий Николаевич, добрый вечер. И Артем Мирошников, коммерческий директор строительной компании «ГИК». Артем Сергеевич, здравствуйте. Артем Сергеевич, вот маркетинг, насколько я понимаю, это ваше ведомство внутри компании. Скажите, пожалуйста, чем сегодня застройщики, строители привлекают клиента? Ну, снижение цены понятно. Наверное, один из основных инструментов. А что еще используется? Знаете, основной и, пожалуй, самый важный инструмент – это простота. Простота чего? Простота рекламы, простота преподнесения вместе с каким-то, с какой-то масштабной фундаментальностью. Пока не понимаю этого союза, объясните, пожалуйста. Рынок достаточно насыщен рекламой, и ввиду этого вот не хватает простоты, чтобы человек посмотрел и понял, что это стабильность, что это надежность, и что эти объекты недвижимости можно покупать. Вот наш маркетинг настроен именно на это. В этом направлении мы работаем ежедневно. На что сегодня откликается клиент? На телевизионную рекламу, интернет, печатные издания? Вы знаете, по большей части это интернет, конечно же. Акции, просто объявления о снижении цены или там, например, прямая реклама каких-то жилых объектов? Вы знаете, и то, и другое. И объявление о снижении цены, и прямая реклама, и баннерная реклама очень хорошо работают на сегодняшний день. Светлана Анатольевна, как риэлторские компании реагируют на те или иные маркетинговые мероприятия застройщиков? Может быть, в это время у риэлторов какое-то повышенное количество обращений со стороны клиентов? Ну, конечно, положительно в любом случае, когда застройщики не скрывают, да, какие у них есть отличные предложения для нашего населения. Грубо говоря, каждый риэлтор тоже стремится продать такой же продукт. Да. Мы работаем с теми компаниями, которые в нашем Краснодаре, скажем так, активно с нами сотрудничают. И мы также проводим маркетинговые мероприятия в направлении застройщика. То есть это очень часто совпадает
совпадают наши, скажем так, подачи тех, тех предложений, которые предоставляет застройщик, и риэлторский бизнес также подстраивается под предложения. Ну, все в одной упряжке. Да, все в одной упряжке. Артем Сергеевич, а подскажите, пожалуйста, такую историю. Есть мнение в народе, скажем так, о том, что застройщики сначала цену взвинтят, а затем во время таких вот рекламных акций, рекламных кампаний, как бы вроде бы делают скидки, делают дополнительные подарки. И все эти акции — это, ну, больше такое привлечение внимания, нежели реальная возможность купить квартиру или дом по более привлекательной, чем обычной цене. Отвечу на этот вопрос. Дело в том, что ранее обсуждалось, что есть разного вида застройщики. Есть застройщики, которые продают квартиру от 500 тысяч рублей, а также есть застройщики, которые продают объекты недвижимости от миллиона и выше. Вот в этом, наверное, вопрос. Те компании, которые продают явно по завышенной цене, конечно же, есть такое предположение. Те компании, которые ставят адекватный ценник, хороший, тот, который благоприятен на рынке, собственно говоря, выигрыши. Ну, вы знаете, наверное, неискушенному покупателю довольно сложно будет понять, насколько завышена или не завышена цена на тот или иной объект. Здесь много составляющих, начиная там с вида за окном, да, и заканчивая, мраморными подъездами. Да. Как разобраться в объеме вот этих предложений и как-то, знаете, даже провести достаточно хорошее сочетание с теми акциями, которые проводят? Вы знаете, на помощь приходит, собственно говоря, соцсети, интернет, различные сайты, паблики, различные форумы. Вот на форумах очень хорошо освещается та или иная сторона любой компании, в принципе, строительной на рынке, которая сейчас есть. Давайте теперь затронем такую тему вопроса о приобретении жилья, как использование ипотечных кредитных и ипотечных средств. Виталий Николаевич, мы посмотрели, по крайней мере, в открытых данных, называются такие цифры относительно объема ипотечных кредитных средств. Давайте посмотрим, и затем мы их с вами прокомментируем, и от них оттолкнемся и пойдем дальше. Вот что нам говорит интернет. В 2013 году всего было выдано больше 21 тысячи кредитов на сумму почти в 30 миллиардов рублей. Вот огромный, на мой взгляд, скачок. В 2014 году это уже 45 миллиардов, и данные по 2015 году, там опять снижение, до 26. Почему в 2014 такой скачок? Почему резкое увеличение и объема денежных средств, выданных в рамках ипотечных кредитов, и в принципе количество обращений за ипотеку? Да, действительно, бум выдачи ипотечных кредитов приходится на 2014 год. Но мы знаем, что известные события конца 2014 года, в ноябре-декабре, в общем-то, подломили рынок ипотечного кредитования, и мы получили снижение в 2015 году объема выдачи кредитов в отношении к 2014 году. Действительно, в 2014 году был бум ипотечного кредитования. Что происходит в 2016 году? В принципе, в 2016 году сегодня мы выходим на ту же динамику выдачи потребительских кредитов, которая была и в 2015 году. Народ стал зарабатывать больше или почему? Естественно, что прежде всего основными факторами — это рост реальных доходов населения. Вторую немаловажную вещь оказывает поддержка государства. Мы знаем, что есть программа государственной поддержки ипотечного кредитования, которая выражена в субсидировании банков по выдаче кредитов. И, соответственно, ставка, которая сегодня формируется по ипотечному кредиту, особенно на первичном рынке, на первичного жилья, она существенно выгодно отличается для населения. То есть... есть мнение о том, что в первом полугодии этого года именно потому и произошел всплеск, что начались разговоры об окончании программы господдержки, и народ, как бы вот еще пытаясь взять такой вот льготный ипотечный кредит, народ пошел. Потом, когда пошла информация о том, что все-таки программа продолжается, снизилось количество обращений? Вы знаете, могу сказать, что вот на сегодня у нас количество обращений по сравнению с началом года увеличилось.
вот в нашем банке. Еще раз скажу о том, что ставочка по кредитам, особенно по первичке, вот сегодня она в диапазоне 11,5-11,25, она достаточно привлекательна сегодня для населения. По этой ставочке спрос достаточно населению интересно брать по этой ставке кредиты. Вот. Ну и мы же понимаем, что экономическая ситуация все-таки это снижение ключевой ставки сегодня на рынке, снижено, это тоже как бы некий посыл для банков по поводу снижения ставок по ипотеке. Все это формирует некий положительный фон для развития ипотечного кредитования. А вот скажите, пожалуйста, а какой средний срок ипотечного кредита сегодня, в Краснодаре в частности? Ну, по разным оценочкам. Кредиты, вообще жизнь кредита, срок кредита по продукту это порядка 25-30 лет. Жизнь кредита, в той практике, которую мы видим, это порядка там 5-7-10 лет, то есть вот в этих объемах. Люди стараются досрочно погасить. То есть за 5-7 лет люди гасят? По крайней мере, я не могу там достоверно сказать эту статистику, но тренд и динамика на то, что люди делают досрочное погашение, она существует. А скажите, пожалуйста, а кто сегодня, каков сегодня образ такого вот среднего обращающегося за кредитом? Кто это? Мужчина, женщина, семейный, несемейный? Ну, если какие-то просто... Портрет клиента. Да, портрет клиента. Ну, это семейная пара, там 35-40 лет, имеющая детей, имеющая определенный уровень дохода и имеющая возможность, скажем, заплатить некую накопленную часть для первоначального взноса. И часто ли используют такие инструменты, как там, материнский капитал, например? Сегодня это инструмент повсеместно банки используют, все банки используют. Что он дает? Он прежде всего дает, как правило, используют для вноса первоначального, то есть для первоначального взноса, то есть уменьшают первоначальный взнос. И благодаря этому, то есть первый шаг сделан, дальше уже за счет своих доходов люди ежемесячно гасят ипотеку. А вот краснодарская такая особенность, да, мы в предыдущей части программы уже говорили об этом, довольно много частной застройки, частных домов. Вот если говорить о такой стороне статистики ипотечного кредитования, на что больше или на что чаще берут? На квартиры в многоквартирниках или все-таки на дома? Я склонен считать, что все-таки больше берут на квартиры, в новостройках, именно первичный рынок, потому что я уже сказал, что он поддерживается государством, ставки достаточно низкие, поэтому люди, в общем-то, берут квартиры. Но есть потребность и спрос населения и на малоэтажное жилье, то есть на небольшие квартирки, скажем так, в сельской местности, то есть такой спрос тоже существует. Евгений, скажите, а малоэтажного строительства хватает, мало, много в Краснодаре? Вот как вы бы оценили имеющийся объем? Вы знаете, такой очень сложный вопрос, потому как рынок малоэтажного строительства, он сейчас намного хуже регулируется, например, чем рынок многоквартирного жилья. Но вы имеете в виду, что если вот по многоквартирному есть 10-14, в частности, закон, то здесь то здесь, нет. Во-первых, рисков очень много, да, и вот возникновение вот этих всех коттеджных поселков, непонятного производства, да, и непонятным застройщиками, то есть оно имеет место быть. Здесь тоже нужно быть предельно внимательным. Здесь я, наверное, покупателю больше рекомендую обратиться все-таки вот к коллегам, к риэлторским агентствам, потому что они знают там и собственников земли, да, и делают там запросы в регистрационные службы, на ком оформлено, кто является этим застройщиком, когда он начал строить, достроит ли, потому что вот, скажем так, по опыту общения с участниками такого строительства есть достаточно плачевные прецеденты, когда заключаются договоры подряда на несуществующие участки, привлекаются деньги также под заказ строительства, заказ строительства, да, потом эти услуги не исполняются, люди теряют деньги, то есть, здесь достаточно высокое количество рисков, то есть, может быть рекомендация, либо там приобретение уже сданного в эксплуатацию дома, да, готового жилья, либо достаточно проверенная какая-то строительная компания, которая возводит вот малоэтажное индивидуальное строительство через агентов, риэлторские компании, причем надежную компанию. Да, А если говорить о географической стороне вопроса, куда вот малоэтажное строительство в Краснодаре больше развивается? Я имею в виду, в какую сторону, в каком направлении?
Ну, знаете, здесь я рынком сильно не владею. Думаю, лучше обратиться, наверное, вот к коллегам, потому как они работают с этим рынком. У нас, скажем так, по сфере деятельности нашей организации вообще, в принципе, да, мы, ну, как бы особо внимания большого не уделяем индивидуальным жилищным строительству. Хотя вот на нашем мероприятии 30 числа будут представлены объекты и малоэтажного строительства, и коттеджные поселки. А вот о вашем мероприятии мы подробно поговорим в следующей части нашей программы. Всего лишь пару минут на рекламу. В какое жилье инвестировать выгодно сегодня? И вообще, выгодно ли, если у вас есть мнение по этому поводу? 274-11-14, это телефон прямого эфира. Кроме того, свое мнение можете высказать и в наших аккаунтах в соцсетях. Самые интересные комментарии зачитаем уже буквально через 15 минут под занавес нашей программы. Ну а сейчас к нашей беседе присоединился новый гость. Это Александр Григорьев, заместитель директора федеральной риэлторской компании «Этажи». Александр Петрович, добрый вечер. Добрый. И еще раз с удовольствием приветствую Мурата Псиунова, исполнительного директора департамента новостроек компании «Аякс Риэлт». Коллеги, здравствуйте. Мы вот тут с вами, Евгения Владимировна, до нашего перерыва уже начали было говорить относительно ярмарки жилья, которая в будущую пятницу, насколько не помню, стартует. В эту. Ну вот да, вот на этой неделе, уже в пятницу. Скажите, пожалуйста, много ли предполагается компаний там быть представленными? Но количество участников у нас примерно вот из ярмарки в ярмарку, да, каждый год одно и то же. Это сколько? То есть, ну там, сейчас, да, сейчас где-то в районе там 40 участников, которые седьмой раз, скажем так, кто-то уходит, кто-то приходит, но тем не менее состав примерно одинаковый по компаниям. А качество участников меняется? Ну, вы знаете, те компании, которые испытывают сейчас на рынке проблемы, ну, скажем так, перенос сроков, да, там, задержка срока строительства, естественно, у них участие в подобных мероприятиях – это, ну, не первая необходимость, да, поэтому они в какой-то части придерживают эти рекламные бюджеты на участие в ярмарке и, соответственно, не принимают в ней участие. Но надо сказать, что чем, скажем так, славится наше мероприятие и чем оно уникально вообще в России, это тем, что организатором является общественная организация наша, которая всех участников непосредственно документацию проверяет. То есть мы запрашиваем полный пакет разрешительной документации, проектные документы, смотрим сайт, да, смотрим предысторию строительства, нет ли у них сейчас каких-то финансовых затруднений и так далее. Но ну, то есть, это... приходя на ярмарку, можно быть уверенным, что если уж работаешь с одной из этих 40 компаний, ну, особо предпосылок к тому, что что-то будет развиваться негативно, нет. Ну, вы знаете, здесь уже, как говорилось ранее, уверенным сейчас очень сложно быть вот на 100%. В чем-то. Но хотя бы, скажем так, первичную работу до взаимодействия покупателя с строительной компанией мы провели. Вот, то есть это, скажем так, первый шаг, который бы человеку было необходимо произвести перед общением со строительной компанией. Мурат, скажите, пожалуйста, вот вы, как мы уже с вами определили до этого, как представитель компании, работающей на первом фронте между строителями, между застройщиками и клиентами, что вы можете сказать относительно того, есть ли у людей предпочтения, и если есть, то в какую сторону они склоняются между материалом, из которых построены дома? Кирпич ли предпочитают, какой-то другой материал? Ну, на самом деле здесь есть, конечно, предпочтения, но они идут дальше того, что иногда люди спрашивают, 214 ФЗ, да, 214 ФЗ. Никто не читал, но главное, чтобы он был. Так и тут. Сейчас есть предпочтение, конечно, монолит-кирпич. Просто потому что да, потому модно, что от монолита-каркаса сколько... многие его не отличают. Ну, действительно, те, скажем так, материалы, которые действительно востребованы, это монолит-кирпич. Люди очень осторожно относятся к каким-то ноу-хау,
каким-то быстро возводимым, легко там возводимым конструкциям. К этому оно всегда будет. То есть у нас там и даже в малоэтажном никакие там, скажем, новые технологии, которые практикуются чаще всего в малоэтажном строительстве, они, скажем, настораживают покупателя. Ну вот мы в этом плане решили копнуть чуть глубже и все-таки попробовали узнать, что людям больше нравится, какой материал их будущего дома. Давайте посмотрим нашу справку. Панель, монолит, кирпич – вот три кита, на которых держится современное домостроение. Естественно, что в первую очередь покупателя жилья интересует его стоимость. Анализ остальных характеристик происходит позже. Традиционно считается, что панель дешевле монолита, а монолит дешевле кирпича. Дома из кирпича считаются самыми комфортными. У них максимальные показатели теплоустойчивости, гигроскопичности и звукоизоляции, а также самый высший балл по экологической безопасности. Этот древнейший из стройматериалов относится к числу самых долговечных. Нормативный срок службы достигает 150 лет. Современные квартиры в кирпичных домах имеют хорошую планировку и высокие потолки. Уровень цен за квадратный метр в кирпичных новостройках обычно впечатляет, потому что это, как правило, элитное жилье. Стоимость квартир в кирпичных домах старого фонда значительно ниже. Кирпичные дома строятся медленно, потому что для них требуется высококвалифицированный труд каменщиков. Поэтому чаще предпочитают строить монолитно-кирпичные дома, возводить которые можно намного быстрее. Возведение монолита начинается с заливки железобетонного каркаса и сложных бетонных конструкций. Внешние стены могут возводиться из какого угодно материала – бетона, кирпича или многослойных панелей. В среднем высотный монолитный дом строится за полтора года. Эти здания относятся к категории очень крепких и надежных, конечно, если построены с соблюдением всех технологий. Срок службы монолитных домов рассчитан на 150 лет. Одно из главных преимуществ – большая пластичность архитектурных форм, позволяющая сделать индивидуальную планировку под вкусы конкретного заказчика. Квартиры в монолитах дешевле квартир в кирпичных домах, но дороже панельного жилья. Панели внешних стен могут быть однослойными и многослойными. Однослойные панели изготавливаются из легкого железобетона или бетона конструктивных марок. Современные панели по сравнению со своими советскими аналогами серьезно улучшили эксплуатационные свойства и экологичность. Срок службы зависит от конкретного вида зданий. Например, хрущевки были рассчитаны на эксплуатацию в течение 40-50 лет, однако их реальная долговечность превышает проектную в полтора раза. Современные технологии позволили избавиться от низких потолков и маленьких комнат, присущих старым панельным домам. Но их серьезными минусами по-прежнему остается плохая тепло- и звукоизоляция. Александр Петрович, вот в вашу компанию обращаются ли с каким-то, может быть, особым пожеланием? Может быть, хотят, знаете, сочетание панели с кирпичом или каких-то особых конструкций? Вы знаете, как говорится, на любой вкус у нас всегда есть свое предложение. Я, если позволите, немножко хотел бы поспорить с вашим экспертом, который проговаривал вот в предыдущем ролике. Мы почему-то говорим о панельных домах, да, но есть еще очень хорошее строительство, как блочный дом. И если сравнить между монолитно-кирпичным домом и блочным домом, ведь блочный дом — это что? Это, грубо говоря, кубик со своим потолком, полом, соответственно, стенами, который собирается, ну, в виде лего. Понимаем, да, о чем речь? Что такое монолитно-кирпичный? Вот представьте, от момента котлована до возведения крыши проходит полтора года. Представляете, вот эти все естественные процессы: мороз, ветер, человеческий фактор. Вы имеете в виду, что пока он будет строиться, он уже начнет разрушаться? Да, на мой взгляд, это имеет место быть. А когда мы говорим о блочных домах, представляете, его производят на заводе при температуре 360 градусов и принимают комиссионно. И мы, ну, часто встречаем на дорогах, когда транспортируют прям целыми комнатами. И потом, соответственно, собирают. Угу. Мало того, что обычно это строительство уже с ремонтом от застройщика, оно более бюджетно идет. И как раз для, ну, широкого класса нашего покупателя мы также можем предложить и подобное жилье. Давайте ответим на телефонный звонок. Вопрос телезрителя. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Да, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Я хотел сказать тоже в тему, как бы сказать, кратко. Слишком много появилось, как бы сказать, застройщиков.
которые к строительству вообще, как бы сказать, не имеют отношения. Я как профессиональный строитель в своей практике сталкивался, ну, я как наемник, меня нанимали люди, которые имеют лицензию на строительство, которые вообще в строительстве ничего не понимают. И мое мнение такое, что слишком много людей, не людей, как бы сказать, организаций, которые вообще не разбираются в строительстве, используют материалы, которые не нужны по назначению и так далее. Вот в этом смысле я хотел сказать свое мнение, что много мусора на строительном рынке. Да, спасибо, комментарий понятен. Ну, как отличить стоящую компанию от нестоящей, мы с вами, Евгений, говорили, да, уже ранее в программе. Скажите, пожалуйста, а к чему вообще придет рынок, ну вот, можно сказать, в этом году? Я не буду столь глобально замахиваться, я сейчас объясню, почему. Вы наверняка при подготовке выставки изучили, что представят компании. Ну, давайте приоткроем тайну. Что-нибудь будет этакое, чего вот раньше не было? Какие-то, может быть, особо интересные проекты? Какие-то новшества, которые строительные компании готовы реализовать в Краснодаре или в крае? Ну, скажем так, наше событие, мероприятие, выставка недвижимости, оно всегда, скажем так, несущие какие-то новые открытия. То есть компании готовятся очень долго к этому мероприятию, но между ярмарками проходит фактически полгода, да? Вот, соответственно, каждый раз компания стремится представить на выставке что-то особенное, какие-то акции, либо открытие новых очередей, либо какие-то презенты, подарки для покупателей. То есть, ну, это всегда как праздник. А когда человек приходит на праздник, соответственно, всегда и настроение повышается, и очень много, ну, позитивных моментов. И для компании, скажем так, это тоже праздник. И гости нашей выставки, они гости этих компаний. Соответственно, вот... Соответственно, они тоже приходят, да, на праздник. Да, соответственно, очень много всего интересного происходит на мероприятии. Если хотите, я могу подробно рассказать. Мы с вами подробно вот о самой ярмарке, если можно чуть позже. Я к чему вас спросил о новшествах, которые представит компания. Во время нашего разговора с Антоном Финогеновым, напомню, что это эксперт в области урбанистики, мы говорили в том числе и о том, как вот с точки зрения развития города, с точки зрения вот именно такого направления, как урбанистика, должны развиваться города в целом и Краснодар в частности. Спросили мы у него. Вот какой ответ мы получили. Все равно достаточно много в Краснодаре строится жилья многоэтажного в формате такой микрорайонной структуры. Это тот формат жилья, который на самом деле является форматом прошлого. Нужно переходить к типологиям все-таки среднеэтажным с достаточно четким разделением дворов на публичного пользования и приватное пространство, которое непосредственно находится в ведении и контроле, соответственно, только население той или иной жилой группы, того или иного квартала. То есть переход от микрорайонной структуры застройки квартальной, от многоэтажной к среднеэтажной. И, соответственно, еще важный момент связан с тем, чтобы дворовые пространства максимально были безавтомобильными, там были детские площадки, озеленение, а не такая сплошная асфальтовая парковка. Артем, вот у вас хочу спросить, вы согласны с таким мнением экспертов по развитию территории? Да, согласен. Чего, в частности, вот ваша строительная компания строит больше? Или куда строит больше? Вширь или ввысь? Знаете, наверное, вширь все-таки. То есть вы тоже считаете, что малоэтажное строительство, вот за ним будущее? Вы знаете, тут 50 на 50. И малоэтажное, и высоту. Ну, я думаю, что выше 17 этажей подниматься все-таки не стоит. Поэтому здесь можно развиваться как вширь, так и высоту. Мурат, вы считаете, вот переход от формата жилого комплекса к формату застройки целыми кварталами со своей инфраструктурой? Mm-hmm. Вот, может быть, даже действительно наступят те заветные времена, когда дворы, ну, школы-садики это, конечно, а плюс еще и дворы будут не асфальтовая парковка, а зеленые зоны. Придем к этому? Ну, мы идем к этому. У нас уже есть примеры среди застройщиков. Это какие?
Ну, я сейчас не могу в эфире, но есть, допустим, новые, которые проекты выходят, и я уже смотрю проектировку, у них есть запланированная парковочная зона не внутри комплексов, а снаружи, и внутри машины без доступа. И там полностью максимально сделаны дворы и с прорезинами и так далее, основаниями для детей. А готов есть. У нас человек-то к тому, что он не может подъехать к своему собственному подъезду? Ну, тут уже ломать стереотипы, стоит ли на машине заезжать, собственно, к себе в дом. И я, допустим, знаю, что этой при подъездной территории пользуются дети и мамы с колясками, готов оставлять собственную машину за пределами дома и заходить через арку, проникать к себе в подъезд. Тут нет проблемы в этом. Ну, а вопрос реализации уже земельных участков и так далее, и вписывания в эти земельные участки, которые, как мы уже говорили, не бесплатные, да? Правильно разместить так максимально эффективно, как придворовую, так сам дом поставить. Тут вопрос использования земельного участка. Евгений Владимирович, из 40 компаний, которые будут на выставке, наверняка кто-нибудь да, что-нибудь эдакое представит. Скажите, пожалуйста, где сейчас потенциальные участники выставки, не участники, а посетители выставки, могут ознакомиться с тем, что они увидят непосредственно в баскет-холле? Ну, на сегодняшний день вся информация в данном мероприятии опубликована у нас на сайте, в разделе «Участники выставки», в разделе «План экспозиции», то есть с ним можно непосредственно ознакомиться и перед мероприятием, и придя уже на мероприятие, получить его в печатном виде. План экспозиции представляет собой некую схему расположения стендов строительных компаний, агентств недвижимости, банков и так далее. То есть на этом плане все подробно указано, что, где и как. Вот. На сегодняшний день с целью, скажем так, экономии времени, собственно, можно зарегистрировать бесплатный билет на сайте, получить его, распечатать, либо показать на мобильном устройстве и непосредственно прийти на мероприятие уже ну, спокойно, преодолев, скажем так, преграды регистрационного вот этих моментов. Всех. Вход будет открыт. Да, вход открыт. Ну, давайте еще расскажем, это когда ярмарка будет? Ярмарка жилья пройдет с 30 сентября по 2 октября. На этот раз мы ее проводим в спортивном комплексе «Баскет-холл». Будет работать большая деловая программа в пятницу для представителей строительных компаний. Огромная просьба всем прийти, потому что будут озвученные изменения в 214 и их разбор. 1 числа у нас будет проходить уже очередной межбанковский форум, на котором будут представители банковской сферы и в виде прямого диалога ответят на все вопросы посетителей. Вот. А третий день, как обычно, развлекательная программа, розыгрыши и подарки от строительных компаний и партнеров. Давайте, уважаемые коллеги, мы сегодня всю программу задаемся одним важным вопросом. Буквально да, нет, опрос для вас. Стоит ли сегодня инвестировать в жилье? Артем? Если позволите, помимо, да, добавлю. И только очень коротко. Да, конечно же, стоит всегда. Это очень важно. Это важные инвестиции. На сегодняшний день самые выгодные. Евгений, стоит? В качестве сохранения денежных средств, да. Спасибо. Коллеги, стоит инвестировать в жилье? Стоит, но обдуманно. Вот для того, чтобы все правильно обдумать, welcome на ярмарку жилья. На этом гостям говорю спасибо. Пара минут на рекламу, после чего подводим итог программы. Ну и все-таки в жилье инвестировать стоит, но, как говорят эксперты, с умом. Ну а вот так в процентном соотношении выглядят результаты нашего опроса. Мы на сайте kuban24.tv просили вас продолжить фразу «Для меня главное, чтобы жилье было». И вот более 27% участников голосования ответили, чтобы оно было комфортным. Одинаково считают, чтобы оно было дешевым или в определенном районе. Ну а почти половина участников говорят, что главное, чтобы оно просто было. Пусть у вас жилье будет. Будет таким же, как сегодняшний хороший вечер. Увидимся.